Детские онлайн-площадки стартовали 1 июня. В Международный день защиты детей на базе 21 общеобразовательного учреждения запустили первую смену лагеря. Охват – более 2000 школьников. Мастер-классы, театральные выступления, а также лекции сотрудников ГИБДД и МЧС будут транслировать на телеканале «Колыма Плюс» с 10 до 12 часов. А с 12 до 14 педагоги будут проводить занятия самостоятельно. По словам организаторов, детей не только нужно занять, но и внимательно следить за ними, особенно в период тяжелой эпидемиологической ситуации. Мы должны понимать, что сегодня условия карантина не существуют на территории города Магадана. Мы должны сегодня выполнять их, соблюдайте дистанции, соблюдайте правила определенные и, конечно, понимать, где наши дети находятся, продумывать, особенно в субботние, воскресные дни и даже в текущие, как организовать нашего ребенка, что если он находится на площадке, значит, он должен находиться дома. Питание в онлайн-смене – 10-килограммовые продуктовые наборы из соков, нектаров, фруктов, а также молочной продукции. Выдавать витаминные ланчбоксы будут раз в неделю. Если эпидемиологическая ситуация станет лучше, власти планируют организовать работу лагерей в очном режиме. Кроме того, муниципалитет занимается трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на период летних каникул. Работу смогут получить 110 подростков.